Здравствуйте! Давайте порадуемся тому, что футбол вернулся после зимней паузы. Продолжаем в этом чувстве пребывать. Уже вторые выходные у нас футбольные баталии. И на сей раз, да-да-да, сразу предвосхищая вопросы, не удивляйтесь, сегодня матч Динамо-Брянск-Машук-КМВ. Брянск против Пятигорска, а играют команды в Ессентуках. Прекрасно. Ну что, давайте начинать, Андрей Зубов. Мы готовы. Момент, удар, и выносит мяч. Шанс. Какой шанс был? И сейчас Новиков считает, что лупу обидели. Давайте повтор смотреть. Евтушенко добрался. И здесь вынос, а вот Новиков претензии по поводу чего? Толкнули в спину. Потрясающие цифры в первой части сезона у Дмитрия Сагановича. Из 11 игр 7 сухарей. Удар! И уже справляется Шибанов. Очень быстро довели мяч до штрафной. Большой палец вверх от Бутенко. И Евтушенко тут недоволен. Воспитанник Минского Динамо, пожалуйста. Классный удар-то, хороший, зрячий, в дальний, но Шибанов тоже продолжал полет мяча своим прыжком и контролировал. Если бы попал в ворота Иванов, не факт, что залетел бы. Бутенко пяточкой, Магомедов прострел, удар, удар, забивайте 1-0. И забивает Анзор Хутов. 71-я минута, перехватили инициативу футболисты гостей. Машук открывает счет в этом матче. Первый раз в серебре Машук выходит вперед. Классная комбинация. Молодцы, заряжают. Анзор Хутов. Первый гол. Первый гол за Машук. Ну, не вижу я Пикатова, да, которого заменили, понятно, вот кого нет. На поле заменил Лупу, заменил Чаукина, заменил Новикова, заменил Пикатова, заменил Купцова. И точка. 1-1. Или вот теперь дуэль Сагановича, который сейчас попробует свой ноль сегодня сохранить. Ну что, Фасхутдинов или Саганович? Пенальти назначен. Насколько он правомочен, это уже пускай разбирают люди потом. Давайте смотреть. Ну, не Роберто Баджо, но тоже мимо ворот. Не выше, а мимо. Владислав Фасхутдинов. И бил-то туда, где уже нет Сагановича. То есть развел вратаря и мяч по разным углам, но и не попал в створ. Саганович остается сухим. Все, секунды истекают. Последняя подача. Драгунов, борьба в воздухе, вынос, добивание, еще удар. Будет ли Саганович, выходит с коленочкой, как правильно учили в школе. И все, победа Машука в гостях, ну, на нейтральном поле в Ессентуках, но все-таки 1-0. Давайте-ка поздравим Машук. Айда старт года.